Итак, ребята, всем привет! Продолжаются комментарии на тему, как обновиться с Windows 10 до Windows 11, так как не скачивается образ Windows 11 с сайта Microsoft. Скажу одно, на совместимых компьютерах, полностью совместимых, то есть с TPM 2.0, Secure Boot, вот этим, всеми этими характеристиками, не нужно образ скачивать из интернета. Тем более с сайта Microsoft. Этого делать не нужно. Сейчас вам покажу, как без образа это сделать. Заходим на сайт Microsoft. Ссылочку оставлю в описании. И здесь нам нужна только одна утилита. Помощник по установке Windows 11. Скачиваем. Все. Перемещаем на рабочий стол. Давайте немножко имя поменяем, потому что слишком много символов тоже. Не очень хорошо. Неподдерживаемые компьютеры нажимают правой кнопкой мыши «Свойства», «Совместимость», «Запустить программу в режиме совместимости с Windows 7». Нажимают «Применить» и будут пропущены их ограничения, то есть отсутствие Secure Boot, отсутствие TPM 2.0, это все будет пропущено. Совместимым компьютерам же этого делать не надо. Мы просто запускаем от имени администратора. Вот, принять и установить. Если вот этого нет, если пишет проверьте компьютер на пригодность к установке Windows 11, нам нужна вот эта программа. Ее мы тоже устанавливаем и запускаем. Нажимаем проверить, показать все результаты. То есть все поддерживается у нас. Так, обновлений у нас нет. Запускаем от имени администратора теперь. Да. Принять и установить, ждем. Теперь просто ожидаем. Не нужно скачивать никакой образ. Достаточно вот этой утилиты, помощник по установке Windows 11. Этого помощника я оставлю в Телеграме, в нашем, и в Discord сообществе. А также ссылочку добавлю в описании к этому видео. Ждем.
Теперь мы перезагружаем компьютер и просто ждем. Ну вот, ребята, так просто делается обновление. На этом устройстве уже установлена последняя версия. Все, образ скачивать не надо. Достаточно помощник, как для поддерживаемых, так и для неподдерживаемых компьютеров. Если ролик был полезен, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе не сложно. Для меня это мотивация регулярно делать новый контент. Увидимся в новых роликах. Всем пока.